Всем привет, друзья! Новый выпуск, солнечная погода, но вообще нету никакой темы, я не подготовился, потому что вчера был труд, ночью был мир, а сейчас уже май, 1 мая, и надо уже снимать. Но пока я ждал классного оператора Виталика, мне промоутер поднесла вот такой вот флаер, посмотрите, что там написано, и я подумал, почему бы нам сегодня действительно не поговорить про отдых. Проект ОК Егорьевск, поехали! А давай пообщаемся, не хочешь еще раз пообщаться? Нет. Цвета светофора в России? Красный, белый, синий. Давай пообщаемся. Нет, вы ужасно с ней поступили. Да, в выпуске, блин, подумай точно, что у нас все подставные. Как вообще вы любите отдыхать? Нам общежития хватает. Да? Общаги еще те? Пока нельзя никак куражить. Ты все еще в школе учишься? 11 класс. Куда ты планируешь вообще дальше? Кем хочешь стать? Нейротехнологии, когнитивистика. Давай так, для тупых, то есть для меня, просто расшифруй, что мозг это, буду изучать. Цвета светофора в России. Красный, белый, синий. Была тупой, да, и поняла, что надо изучать мозг. Правда, что он работает всего на 3%? На 5. Ну, у тебя на 3. Судя по прошлым видео. 1 мая, есть такой лозунг замечательный, который все знают. Продолжите. Мир. Продолжите лозунг. Мир, труд, май. Ой. Классно получилось. Мир, труд, май, ой. Ну давай, да. Мир, труд, май. Скорее отдыхай. Все. Мы заметили, кстати, вы с картой ходите. Аналоговой картой. Вы можете сказать, откуда вы приехали? Из Москвы. Или... Из Москвы. Местные начали прям не любить приезжих. Вот опять москвичи приедут, будут за нас отдыхать. Ну, отдохнете за нас хотя бы. Обязательно. Да, но просто... мы за вас и работаем. Но если бы за отдых платили, вы могли бы отдыхать и не работать? А есть такие же, так скажем, должности? Футболисты сборной России по футболу? Ну, отдыхают. Можно так сказать, да. И лучше нигде не говорите, что вы москвичи. Говорите, что вы местные. Вот поэтому сегодня цена на такси была больше, чем обычно. Говорите, что вы немцы. Как раз 9 мая скоро. Нет, тоже хуже будет. Еще хуже будет. Мир, труд, май. Ну, не знаю, мне налетай, только на что нужно придумать, на что налетай. На Калининград налетай. На Калининград налетай, да. Майские праздники. Вообще, в принципе, вы любите отдыхать? Конечно. Да, как вы отдыхаете? Хорошее настроение. Что-то употребляли сегодня? Не-не-не. Пока нет. Был какой-нибудь у вас необычный вид отдыха вообще за вашу жизнь? Ну, что на там этой где? Катался. Как это? Которая... Маршрутка? Которая с горы на гору цепляется и вот так... Фум. Ну, я объяснил, как мог. Мир, труд, май... дальше. Охуеваю. Может быть, есть какой-то опыт какого-то необычного отдыха? Я ездил по Транссибу. Что это такое? Транссиб? Это трасса какая-то. Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Омск. Чем отличается отдых где-то вот в Европе и вот в России, вот тем более, где ты был? Ну, когда на Байкале видят евро, вот такие глаза. Может, это просто физиология там, какая-то экология, может быть. Если бы за отдых платили, ты бы мог бы не работать? Да. Мне интересно же. Ну, я могу отдыхать и делиться своим отдыхом с другими. Закончи известный лозунг. Мир, труд, май. Выбирай. Не знаю. Абрикосов, ну, конечно, чего-то. Как относишься к тому, что штабы Навального объявили экстремистскими? Там? Плохо. Все, мы поняли, кого ты выбираешь. Сейчас же еще очень легко обидеть чьи-то чувства. Может быть, мы твоим интервью обидели чувства тех, у кого не растут усы, допустим. Всех девчонок. Любите ли вы отдыхать? Я сейчас работаю. Мы можем сделать вам рекламу? Купоны на скидку. Нормально. Мир, труд, май. Мир, труд, май. Я не знаю продолжение. Мир, труд, май. Про отдых говорим. Ты тем более спешишь, ты сегодня не отдыхаешь. Вообще никогда не отдыхаю. А как тут ты находишь время отдохнуть? Не нахожу. Нужно просто бежать на работу и что-то делать. Ты сегодня работаешь? Всегда работаю. Если не секрет, просто с чем связана хотя бы твоя деятельность? С доставкой еды. Ребят, вырежете меня, я поехал. Не вырежем. Ты позитивный. Мир, труд, май. Не помню. Что-то там отдыхай, не знаю. Мир, труд, май. Иди на улицу погуляй. В целом вообще, как вы отдыхаете? Любите ли вы отдыхать? Сейчас как раз вы отдыхаете? Давай поздравим всех с Новым годом. С наступающим 2022. Ты уже потерялся, да? Да, еще в 21. Какой у вас был самый необычный вид отдыха? Может быть, вспомните за свою жизнь? На Курской косе, на дюнах йога, да. Мне не понравилось. Почему? У меня потом яйца не было. Что по яйцам было? Ты про Пасху? Пасха, да. Бился растянул. Бился яйцами с мужиками там на йоге. Как вы относитесь к параду, который будет 9 мая?
Смотря какой. 9 мая какой парад? Ну, у нас «Единая Россия» Калининградской области выставляла там, что они подарили ветеранам. Там две шоколадки. Была новость, что на парад 10 миллионов выделили. Понятно, что правительство там за 10 миллионов ничего не сделает, не подарит. Нужно просто самим хорошо относиться к ветеранам и не вспоминать о них только 9 мая, я считаю. Мир, труд. Май. Зажигай. Ты же папа? Конечно. Разрешаешь? Конечно, конечно. Все, то есть согласие нужно родителей. Да. Может, мама потом скажет, нет, нельзя было. Я разведен вообще на море. Разведен, да, я понял. Что ты больше всего любишь? Я люблю ходить по паркам. Да, вот сейчас прыгали на резинках, ты также кушали. Ты катаешься на этих лошадках? Конечно, конечно. Когда маленький ребенок, ты можешь официально вернуться в детство. Да, так я даже скинул сейчас фотку в Инстаграме, вспомнил детство, когда хавал вату. Мир, труд, май. Все, забирай. Это ты про жену свою после развода? Уже идем в кафе, ищем шашлык. Так получается, когда ребенок... Это не мой ребенок. А, ты чужого взяла? Это мой брат, да. Брат, как ты отдыхаешь? Как сказать? Макдоналдс. Вы как раз туда, наверное, и двигаетесь? Нет, мы двигаемся в шашлычную. Где лучше отдых, в России или за границей? За границей. Там климат другой. Больше всего, как бы, для людей сделано. Мир, труд, май... Шашлыки. Хотя ты бы сказала бы что? Макдональдс. Конечно. Где лучше отдых, в России или за границей? За границей. Ну, в России есть тоже такие места, очень классные. Например? Например, не знаю, всякие аквапарки у нас тоже есть красивые вообще. Я бы, наверное, за границей лучше. Люди, как вы думаете, где прикольно? Здесь своеобразный народ. Мир, труд, май. Мир. Мир, труд, май. Я не могу вспомнить. Я мне сегодня продавщица говорила в магазине, блин. Она говорила, с вас 100 рублей. Да. Отдых в России или за границей? Я думаю, за границей лучше. Ну, там теплее, угу. Как я так считаю. Там больше возможности отдохнуть возле моря. Мир, труд, май. Я даже не помню уже это. Это... Ну, попробуйте угадать просто. Мир, труд, май. Отдых. Все, ты угадал? Все такие, конечно, такие же майские праздники, отдыхаете. Мы реально подумали, что какой-то кипиш здесь, там какие-то наручники были. Да. Тебя реально прицепили? Это у вас какие-то ролевые игры такие? Ну типа. Подождешь немножко? Да, подожду. С чем связан такой наряд? Страйкболом занимаюсь, сегодня на игре был. Наручники потом вернешь в секс-шоп? Это как полицейские. У тебя есть девушка? Есть. Повезло ей? Повезло. Давай ты ее будешь пристегивать, а меня отстегнешь. Парни, добрый день. Можно, блин, так жалко, что вы распались, блин. Я все песни ваши слушал, блин. Угу. Блин, Daft Punk жив все-таки. Все, блин. Че, вы можете помиритесь, чем еще какой-нибудь альбомчик забабахаете вместе? Обязательно. Просто весь мир прям расстроился. 20 лет были вместе. Да. Daft Punk рулит, блин, слушаю вас, красавчики. Оказывается, наши калининградские местные ребятки. Про отдых говорим сегодня. Я отвечаю, если работать. Мы видим, что вы немножко так пританцовываете. Хорошее настроение сегодня. Ну, очень хорошее. Как вы любите отдыхать, если не секрет? Один. Это телекомпания «Каскад», наверное, да? Да. Всех знаю, всех. Музыка нормальная? Нормально, да, хорошая. Нормально. Все у нас получится. Все классно. Да. Все, верим в будущее. Да. Россия. Вперед. Отдых в России или за границей? Конечно, за границей. Отдыхал в Крыму. Я знаю, что там за обслуживание. Ну, и все очень дорого. А за границей разве дешево? Но это все равно более качественные продукты и экологически более чистые. Отдых в России или за границей? В России. А потому что масочный режим, потому что не пускает. Отдых в России или за границей? В России. А ты был за границей? Нет. Все, ладно, спасибо. Отдых в России или отдых за границей? Отдых за границей. Были там? Нет. В России надоело? В России надоело, да. Да. Ну где здесь отдыхать? А в России были? Ну так мы и так тут почти. Отдых за границей или в России? В России точно, 100%. Почему? Здесь совсем другая планета. Первый раз. Да. Первый раз. Как поэтому вам? Нам очень нравится, класс. Да, классно. Ой, а можно я вам передам претензию большинства калининградцев? Да. Они не любят приезжих? Да, камеры скажем, что вы поработать приехали. Приехали поработать. Работаете тут, да. Вам тяжело, вы, да, прям не отдыхаете. Очень. Один вопрос. А, нет, стой, стой. Это что, выкладываться куда-то? Не-не-не, это фото. Отдых в России или за границей? В России. Почему в России? Ну, потому что, ну, во-первых, если надо... что, его нельзя показывать, потому что он очень красивый просто. Я же знаю, потому что очень красивый. Не поворачивайся, очень красивый, нельзя. Я был и за границей, отдыхал. Да, красиво. Ну, не так красиво, как ты выглядишь. Мы не показываем, потому что очень красиво. Нельзя, только не поворачивайся. Как вот быть таким красивым, как ты? Расскажи, блин, просто я в шоке просто. Я вообще никогда не видел таких красивых людей. Ладно, спасибо, мы опаздываем. Так, не, аккурат, там камера, вот уходи вот так вот. Все. Не поворачивайся только, ладно, очень красивый, прям. Был бы я девушкой, ух!
короче, кто вспомнил, сейчас будет флешбэк из того выпуска. Давно работаешь на этом месте? Ну, только сегодня первый день. Народу мало, никто не подходит. Во-первых, стал успешным человеком. Как ты вообще, в принципе, отдыхаешь? По обстоятельствам. Либо это спорт, либо это какие-то развлечения. Все-таки развлечения, да, наверное? Конечно. Дача. Может быть, ты вспомнишь какой-нибудь свой самый необычный вид отдыха? Например, сегодня. Вот товарища свадьба. Похвастайся, что-нибудь вот самое крутое, что произошло с того момента, как мы с тобой общались. Я ушел от дяди, то есть я не работаю на дядю. И чей ты теперь племянник? Сейчас я как бы хочу развиться, я хочу масштабироваться. Куда еще больше ты хочешь масштабироваться? Ну. Мир, труд. Май. Наливай. Свадьба же, конечно. Все, давай, отдохни сегодня, чтобы без подружки невесты домой не уезжал, понял? Все, договорились. Привет, а можно? Немного, можно с вами пообщаться? Чуть-чуть. Да, да. Давайте я сейчас договорюсь с ними, и вы пообщаетесь. Вы на какое время к ним записывались? Да, проект, блядь, надо доебаться. Так называется? Запиликай, запиликай. Запиликать? Запиликать. Ты любишь вообще отдых? Что такое отдых? Кто такой этот ваш отдых? Ты рожден для контента, брат, спасибо тебе. Да какого контента? Какой-то еблан. Нахуй вы записали этого долбоеба, блядь. Какие нужны? Вырежьте. Мам, если ты смотришь, прости, я не ругаюсь матом. Ребят, давайте про отдых поговорим. Как вы отдыхаете? Нельзя, да, с ними, понял? Через вас. Так камеру вырубай, нахуй. Старший брат. Здесь видеосъемка запрещена. У нас-то батя твой. Да, да. Я думал, это отчим мой вообще-то. Ты его батя, а он твой отчим? Нет, это мой отчим. Самый необычный вид вашего отдыха какой был? Наркотики. Все, брат, попрощайся. Ребята, мне не заплатили, поэтому хуй ему не прощание. Ушел красиво. Мир, труд, май. Легалайз. И вы вообще отдыхаете? Ну да. Что ты делаешь? Давай расскажем. Да, это акция Георгиевская лента. А давай, а можно попросить тебя? Ты можешь нацепить ее или ты просто отдаешь? Все, красиво получилось. Вроде нормально. Твое отношение к параду? Ну как, хорошо. Это хорошо, что у нас в городе будет парад, будет много военной техники. Действительно большие деньги выделяются на проведение парада. Могли бы, допустим, направить на благосостояние наших ветеранов? Ну да, можно было направить улучшение там условий жизни. Но в целом как бы парад тоже нормальный. То есть... Да. Ты сейчас стоишь вот так с иголкой, как будто мне угрожаешь. Мне аж страшно стало. Мир, труд, май. Чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы, здоровыми. Как относишься к параду? Я, конечно, положительно. О, говно поехало. Надо отойти. Это индикатор, что у нас не смешное интервью. Нет, сейчас. Нужна срочно шутка. Калининградцы самые доброжелательные люди, потому что они калининграды всем. Ребят, про парад серьезная тема. Молодежь, она говорит о том, что бюджетные средства огромные, что он не нужен, он очень важен. Опять не смешно, не смешно, опять не смешно. Нужна шутка срочно. Если бы Владимир Владимирович был бы сладкий, знаешь, как его звали бы? Путин. Путин. Нужны шутки просто. Все, нормально, перестало пикать. И ребята, молодежь просто... Я бы им посоветовал читать материал, изучать книги, потому что нужно показывать мощь страны. Мы в самом начале подмонтируем, и будет вопрос, как ты относишься к гей-параду. Ты скажешь, это надо, молодежи, надо изучить материалы, мощь России. Почитать книжки. Брать прям книжки, прям... Что с ними делать? Так. У тебя особая любовь, да, к книжкам? Хочешь мира, готовься к войне. Подлизал я... жопу власти, в каком-то смысле. Все. Понимаешь, вот это вот тикток? Все, последний. Нарезку, да? Нельзя танцевать под колокола, мне уже сказали так просто в выпуске. Куда же делся мой оператор? Дело в том, что он поехал домой, чтобы включить телевизор и посмотреть новые телеканалы ТВ. Добрый день, телеканал Каблук ТВ. Ну как так, а? Чего? Ну Каблук ТВ, как так? Телеканал Каблук ТВ, ну как так? Ну, вот так. Блин. Телеканал Смазка ТВ пользуетесь? Нет. Нет? Пользуешься, у тебя же вот на лице. Телеканал Смазка ТВ пользуетесь? Смазкой? Не-не-не. Кто о чем думает, то о чем думает. Смотри, все, пользуйтесь, пользуйтесь. Ну, приходится. Телеканал Митинг ТВ, все, расходимся, расходимся. А, уже? Расходимся, да, расходимся, расходимся, расходимся. Митинг ТВ. Парни, добрый день, телеканал Голод ТВ, дайте что-нибудь, пожалуйста. А у нас, к сожалению, нет ничего пожрать. У самих, да, Голод ТВ? Да, вот голодаем уже 3 дня подряд. Ну, не жадность ТВ, да? Не жадность, ни в коем случае, да? Так вообще щедрость ТВ вообще, по идее. Конечно, конечно. А пока отдых ТВ у вас, потом заказ ТВ, работа ТВ. Да. А пока общение ТВ. Ну, пока все, не мешаем ТВ, все.
Все, до свидания, ТВ. Телеканал Госнаркоконтроль ТВ. У вас порошочек имеется? Нет, извините. Телеканал Шум ТВ. Можно спалить тебя, пожалуйста? Давай покажем. Я тебя, кстати. Мы потом приблизим, там, наверное, видно было. Короче, засос там. Давай девчонке привет передадим. Да не надо. Или это не она? Это она. Телеканал Засос ТВ. Че, когда пройдет? Не знаю. Телеканал Рэпчик ТВ. Че слушаете? Я турист. Что там играют? Не слушаю, я просто очень замерзла. Просто классные наушники, блин. Да? Apple или Samsung? Не смешите меня. Телеканал Корж ТВ. Ну что ты, братишка, притих? Обито залито в груди, да? Не можешь ни хавать, ни пить. Сука, не хочется жить. Нет, это не правда. Добрый день, телеканал Сварка ТВ. Долго не смотрите. Долго не смотрите, ладно? Нет. Все, спасибо. Сварка ТВ. Телеканал Яндекс Еда. Вы первый день сегодня работаете? Нет. Такую маленькую просто сумочку вам дали. Я не работаю в Яндексе. А, все. Деливери, да? Телеканал Мейкап ТВ. Сколько стоит накраситься? На свадьбу там можно там девушку привезти, накрасить, макияж какой-нибудь сделать, нет? Добрый день, телеканал Успех ТВ. Нормально поднялись, мужики. Привет, привет. Нормально поднялись, мужики. Давайте нормально. Еще, не останавливайтесь только, дальше прям. Куда останавливаться? На чем поднялись-то? На чем поднялись? На лестницах. Что, не видно, что ли? А, да, блин, телеканал Слепые ТВ просто. Все, спасибо. Добрый день, телеканал Помощь ТВ нужна? Хотя не, я слишком стар для этого дерьма. Я вот его не знаю. Добрый день, телеканал Пикап ТВ. Вы случайно не одеяло? Нет. А почему я тогда не могу уснуть без вас? Не знаю. Телеканал Пикап ТВ. Вы случайно не ключи от моей машины? Нет. Просто вы тоже заводите. Серьезно? Какой прикол. Можно я тебя сфотографирую? Давай. Просто мне не поверят, что ангелы летают так низко. Слушай, я падший. Все, давай. Давай. Счастливо. А ты не спросишь, где это будет, или ты знаешь, где это будет? Слышала. Может, даже пару раз натыкалась. Не хочешь еще раз наткнуться на меня? Нет. Это был антипикап сейчас. Телеканал Пикап ТВ. У вас, случайно, нету компаса? Всегда, да, с собой компас. Просто мы потерялись в вашей красоте. Ну, прямо вот, как бы, ребят, нет, тухловато. Телеканал Пикап ТВ. Вы, конечно, не картины, но я бы тоже вас прижал к стене. Пробуй еще, вот давай что? Еще что-то вот. А вы случайно не ипотека? Просто я все время о вас думаю. Ну, что-то как-то вот, да. Вы смотрели Гарри Поттера? Да. Тогда, может, покажете свою тайную комнату? Нет, вот это вот тоже не катит. Да. Убираем, вырезаем. Чем проще, тем лучше. Да. Вы как шаурма с вокзала. Вы такая же горячая, вкусная и опасная. Шавермы. Шавермы. Правильно говорить шавермы. Вы сейчас меня окрестили? Да, да, да. Спасибо. Изыди. Ребята, радость-то какая. Сегодня, 1 мая, по всему городу включили фонтаны. У нас есть такая традиция, мы завершаем выпуск всегда на работающем фонтане. Сейчас будет вот скриншоты, чтобы мы подтвердили эту тему. Ну а мы с вами прощаемся ненадолго. Это проект ОК Гурьевск. Пока.